Хо-хо, какие человеки! Делишки швах. Выживают нас или эксперименты на нас ставят. Не просто все. У нас почти нет воды. Водопроводной воды в некоторых городах и районах нет с марта месяца вообще. Местами вода по графику 1-2 раза в неделю. Но иногда вдруг отключают на неизвестный период. И тогда все мысли только о том, где добыть воду. Питьевая в магазинах заканчивается, и цена на нее космос. А водопроводная, когда есть, идет с песком и взвесью, которая оседает потом черным, слегка жирным осадком. Стирка и уборка – роскошь. Помыться мы научились таким минимумом воды, что становится грустно от этого навыка. Злостных рецидивистов принимаете? Мы принимаем своих. Нам чихать, как их обозвала система. Ставлю самовар. Там, где есть скважины, в частном секторе, проблема не так заметна. На студии, например, скважина. Но там еще идет стройка. И даже бак для воды только-только заказали. На днях должны привезти. Просто набираются канистры. Передай, пусть лучше воду не отнимают, и так обложились со всех сторон. Земли полно, воздух почти весь у вас. Огонь сами тушите, еще и воду не отнимать. Зато в Шахтерске, где студия, особая тема – мобилизация. Почему-то именно там. Продолжают хватать на улицах, остановках, блокируют магазины, собирают добровольцев. Проверка документов, предъявите паспорта. А с чего вы взяли, что у нас есть паспорта? И вообще, что они нам нужны? Мало того, что все контуженные, но спасибо, если живой. А коллег сколько? И даже просто здоровья нету пацанов от 18 лет до 55. 18-20-летние, покалеченные, с отбитыми мозгами и поломанной психикой. Как им семьи создавать? Какие дети? Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? А мы всем ветрам назло трудимся, продолжаем стройку. А вот вы противоветры могли бы и поставить. У меня тут все очень просто. За день множество решений постройки. Все внимание занято тем, как построить, как снимать. И все получается продвигается стремительно. Возможно, потому что нет времени на интриги. Думаю, занятость делом — первейшее оружие против бестолкового интригокручения и прожигания времени. Как только появляется настоящее дело, вся ерунда сама собой перестает существовать и владеть вниманием.